Программах живопись сроком обучения 8 лет существует такой предмет, как графическая композиция. Хотелось бы тему урока посвятить созданию шрифтовой композиции с использованием зооморфного изображения. Зооморфное изображение – это изображение, содержащее изображение животных. В данном случае хотелось бы создать шрифтовую композицию на тему басни Крылова «Ворона и лисица». То есть такая шрифтовая композиция хороша не только сама по себе, но и как иллюстрация к художественному произведению. Прежде всего, необходимо нарисовать контур вороны. То есть берем на белом листе бумаги, компонуем изображение вороны. Линию направляющую находим и далее изображаем контур вороны. В данном случае главное правильно передать пропорции, чтобы птица была узнаваема. Теперь в контур можно вписать буквы. За основу возьмем предложение: на ель ворона взгромоздясь, позавтракать было совсем уж собралась. Ну и, конечно, нужно выбрать какие-то группы букв, изобразить более крупно, какие-то меньше. В данном случае нам важно подчеркнуть слово ворона. Еще раз, помимо контура вороны, подчеркнуть это в буквах. Поэтому слово ворона изображаем более крупно. Намечаем буквы произвольно. Шрифт подбираем таким образом, чтобы он сочетался с контуром вороны. Вороны наметили. Теперь первое предложение нужно поместить выше. На ель нам нужно написать. Ворона. Сюда вписываем слово «взгромоздясь». И внизу позавтракать было совсем уж собралась. Далее пустое место можно заполнить изображением декоративным и добавить, конечно же, лапки. Все, теперь набросок готов, можно приступать к исполнению в материале. Будем использовать английскую тушь, она очень хорошо подходит для таких графических работ. Черного цвета. Берем кисть. Очень важно, чтобы кончик кисти был тоненький, и держим кисть вертикально. Thank you.
какие-то буквы могут быть соединены с контуром, какие-то буквы отдельно друг от друга. Но самое крупное у нас получается слово «ворона». Где-то можно добавлять декоративные элементы, изображения перьев. Какие-то буквы могут быть хорошо узнаваемы, а какие-то только осознаваться, то есть только образ буквы передавать. В данном случае, когда держим кисть вертикально, то важно правильно варьировать кончиком, чтобы где-то линия была шире, где-то уже. И таким образом создается красивая гармоничная линия. В итоге получилось следующее изображение вороны. Такие задания способствуют формированию образного мышления на основе изобразительных приемов. Также это способствует развитию чувства гармонии, пропорций, ритма, когда мы создаем линии разные по толщине и разным расстоянием друг между другом. Также это способствует развитию чувства контраста и способствует свободному владению этими художественными средствами. Очень полезное упражнение, и таким образом можно создавать иллюстрации с разным образом, с разными чувствами. Например, все зависит от используемых средств выразительности. Можно создать композицию праздничную, лирическую, героическую, торжественную или вот такую иллюстрацию.